Тем временем в пограничных войсках очередной инцидент. В Атырауской области сержант-пограничник выстрелил своего сослуживца из автомата АК-74. ЧП произошло на территории погранзаставы Евразия. По словам заместителя военного прокурора Руслана Алмаханова, выстрел был произведен случайно, когда солдат разряжал оружие. Сейчас пострадавший находится в Атырауской областной больнице. Врачи заявляют, его жизни ничего не угрожает. Поступил военнослужащий контрактник с сказанным ранением, сквозным ранением обеих бедер, мягких тканей. Помощь оказана вовремя, операция проведена успешно. В данное время состояние военнослужащего улучшается. По словам врача, пациента выпишут уже через 10 дней, но лечение придется продолжить под наблюдением медиков погранзаставы.